А главные новости представляют заключительную серию проекта «Екатеринбург с высоты». Напомню, моя коллега Мария Козлова всю неделю наблюдала за городом вместе с теми, для кого быть на высоте – профессиональная обязанность. Сегодня на «Мегаполис» мы посмотрим глазами врачей Центра медицины катастроф. Они кружат над Екатеринбургом по экстренному поводу. ЦМК. Я 2009 года в качестве анестезиолога оказываем помощь в ОКУ области, также в машинах. Вывозим тяжелых пациентов, оцениваем состояние, сможет он вынести полет или не сможет он вынести полет. Если нуждается в какой-то подготовке, сидим и занимаемся. Может даже и сутки, бывает и двое суток. То есть наша задача вести подготовленного пациента, чтобы здесь не вмешиваться, потому что с изменением, допустим, высоты может снижаться давление. Это же как в шахматах, надо обсчитывать все. Полетели. Я когда-то, как и все дети, мечтал быть летчиком. Никогда не боялся, мечтал летать. То есть это, так сказать, желание совпало с жизнью. В одном фильме было сказано, кто такой счастливый человек. Счастливый человек – это тот, кто любит свою службу, кто любит свою семью. У меня все совпадает. Оказать помощь человеку, облегчить ему жизнь, удлинить его жизнь. И от этого получаешь удовольствие. Так, сделали санацию нижних дыхательных путей. И оксигенация снова у нас поднялась. С воздуха наша столица, конечно, выглядит не так, как снизу. Это большой мегаполис, очень впечатляет академически. Когда подлетаем с пациентом, всегда чувство такое, что подлетаем домой. По-моему, каждый мечтает летать и видеть землю с высоты.